Таддасана, поза горы. Таддасана — это самая важная стоячая поза. Все стоячие позы начинаются и заканчиваются Таддасаной. Это ключевая поза, потому что принцип осанки в Таддасане используется во всех остальных позах. Встаньте прямо и соедините ступни вместе с пятки до пальцев. Растяните подошвы от центра ступней до больших пальцев, чтобы большие пальцы ног плотно всей нижней поверхностью лежали на полу. Растяните пятки назад от центра ступни. Расправьте стопы поперек и вдоль. Помните о центральной линии тела. Поднимите внутренние лодыжки, чтобы поднять прогиб стоп и распределить весь тело равно на все четыре угла каждой стопы. Четыре угла стопы — это плоскость большого пальца, плоскость мизинца, внутренняя и внешняя часть пятки. Поставьте ступни плотно на пол, напрягите бедра и растяните ноги вверх от прогиба стоп кверху. Поверните ноги внутрь, чтобы центральная линия каждой ноги смотрела прямо. Повернув ноги внутрь, растяните задние мышцы до пяток, отведя бедра назад. Центр верхних частей бедер должен быть вертикален лодыжкам. Фиксируя бедра, напрягите верхнюю часть бедер и выдвините крестец вперед в направлении лобковой кости. Растяните грудную клетку вверх вместе с ключицами и грудной клеткой, чтобы плечи стали более квадратными. Отведите плечи назад и расправьте грудную клетку. Расправьте ключицу, отведя руки и лопатки назад и вниз. Растянитесь до стоп от ног до спины. Горло должно быть мягким и открытым. Расслабьте глаза и смотрите прямо. Дыхание свободное и ровное. Каждый вздох наполняет вашу голову и ум покоем и прохладой. Каждый выдох наполняет чувством удовлетворения вашу позу.